вообще. Давно не снимал свою экшн-камерку. Очень радует погодка, солнышко, тепло. Вообще весь в тепле. Значит, ребят, приехал ко мне кореш один. Самый лучший братишка, в кавычках. Служит, короче, в ВДВ в Ульяновске. Какая область? Бля, братан, вот это вот нахуй не записывай. Нахуй это нахуй. Это же город, я же не говорю, какая часть. Блять, вообще она нахуй не говори то, что, блять, вообще вот там в ВДВ служил, блядь. Ёбаный. Это же, этим же гордиться надо. Ну, бля, этим надо гордиться, но не, короче, не, блядь, ладно. Не по всему интернету, понимаешь? Короче, приехал вот в гости, слава богу, курить начал, почему-то я понять не могу. Ну это, чё, Паш, пару ударов надо показать. Поебал? Хоть куда. Сейчас это, погоди. Кому? Сейчас, погоди, я камеру переверну. Давай делай раз сначала. Конечно, объясняю, что дело. Идем, значит, на день рождения, на шашлыки. Сегодня воскресенье. Нападало очень много снега вчера, за вчерашний вечер и ночь. Вот такая зима к нам подошла на Урал спустя 2 месяца. Вот сейчас, как я уже сказал, идем на шашлыки, чисто мяско, без алкоголя. Вот. Вчера попили пивка, что-то встретились, давно не виделись. Вот, день прошел. Пошли! День прошел на ура, значит. Ты опять палишься. Вот, приехал, короче, сегодня уже уезжает. Бля, вот что делать с человеком айфоне. Так жалко, что так мало с нами. Ты заебал, перебиваешь меня. Ты ж хотел видос про тебя заснять. Сейчас вот заснимем про тебя видос. Смотри, баклажан, наверное, несет. Под шапкой, ебать. По-башкирски что-то сказал. Баклажан, ёпт, ты не знаешь, что это за баклажан? Баклажан на Айрам, ты сказал, что-то такое. Бля, братан, я сказал, баклажан, наверное. А, я думал, Майрам. Походу, ты башкир, ёпт, а не я, наверное. Но я так, кстати, я не башкир, ёпт. А кто ты? А, кто ты по национальному? Ты же этот. Я русский. Румын. Голос узкий, ебать. Я Толемей. Кто? Птолемей. Это как пигмей, только Птолемей, ёпт, немного. Ну чё, каты будешь показывать нормально? Какие нахуй каты, блядь? Катки в доту будешь показывать? Без базара, ёпт, хотя я ни разу в неё не играл. В общем, пожелаем в комментариях, да, там снизу, счастья, здоровья этому, вот этому. Удачи, благополучия, денег. Если надо, там на карту присылайте. Там, замечательному человеку. Там... Будет закреплено, короче, вот здесь это на номер карты там, все дела, короче, присылайте, братишки. Кто его знает, кто его знает, подписывайтесь сразу на канал, он будет всегда на этом канале. Да, ну, когда будет возможность, я так. Не снимай, братан. Короче, чисто символически взяли по пивку. Все-таки не так часто приезжает, так что на спорт я маленько подзабил. Вон, видишь, что показывает. Это не реклама. Вот. Но с понедельника холодно, я тут подзаболел. Бегать не могу, кашлю. Холодное пиво пить могу. Вот. На, побольше с тобой. Как бы видеть. Заснять, а то ты уедешь, бля, я потом как буду. Да приезжай ко мне,
гости. Заявление. Сегодня я намылился в сауну с пацанчиками. Вот, погода наладилась, стало теплее, весна все ближе и ближе. Вот, ну, дела нормально. Друзья, вот я и в сауне. Сейчас покажу, проведу экскурсию. Оп. Здравствуйте. Сауна, господа, дело тонкое. Из сауны в бассейн. Из бассейна в джакузи. Поскорее хочется, чтобы этот снег весь растаял. В принципе, на сноуборде я уже откатал сезон. А еще разочек, наверное, все-таки отъезжу. В принципе, уже зимы мне вдоволь хватило. Пора бы уже и в летнее время года перемещаться. Охота уже искупаться, ездить на какое-нибудь озеро, порыбачить, ну и все подобное. Да и летом возможностей больше, контента как-то больше возможностей записать. Ну вот, так как сейчас зима, я записываю в пределах своей квартиры, что мешает моей деятельности. Вот, в частности, мне мешает мама моя, она как бы старой закалки, СССРовской. Для них же видеоролики вот это снимать на YouTube, это все лохотрон, типа того. И все, что, все любые деньги, не заработанные на работе, да, устроившись по трудовой книжке, все, это все лохотрон, и такого не бывает. Вот, поэтому я от нее скрываю, что я записываю какие-то ролики, дабы не думала, что у нее сын какой-то там дурачок, там с камерой разговаривает. Это вот только я и жена понимаем, к чему может это все привести в итоге. Вот. Так что поэтому я этим и занялся. Пока в тайне. Как будет доход с YouTube, так буду направо-налево рассказывать. Пока похвастаться нечем. Совершенствуюсь, не знаю, вот осваиваю монтаж видео. Пытаюсь. А вы поддерживайте побольше, почаще. Пишите комменты, ставьте лайки. Это очень сильно подстегивает делать что-то более крутое. Yeah.
Бывает, что и так вот развлекаюсь. Но в нашем городе это не один я. Мне кажется, во всех городах есть такие, как я. Но они в основном рассекают на классиках, нежели я с ручником. Так что бывает и такое. На самом деле это страшный лес. Столько людей в нем ушло на тот свет. По своему собственному желанию, так сказать. Вот. Ну, блин, тут красиво. Еще и зима. Люди конкретно отдыхают. Просто люди взяли палатку, поставили и сидят, кайфуют в лесу. Бостонский у меня уже дрова он носит, собирает. Бостон! Ну айда, неси, пошли. Молодец. Блин, ну что, не нашел я никаких мест. Надо обустраивать новое место какое-то. С днем рождения тебя! С днем рождения меня! Здорово. Здорово. Ты пришел с дровами? И... Здорово, ё! Пошли! Иду! Какое полет здесь? Лакшери, Барвиха, лес. Ура! А, побольше так надо выдвигаться, да? Ой, запасать его надо. Я запикаю, запикаю. Дотолкнуть, наверное, не надо нам. Надо. Да встать ты, Баста, блин! Ничего себе поездочка. Детство без интернета есть. Сука, телефон-то выронил. Зажигалки. Ебать ты, блядь. О, ну вот, выходные подходят к концу. В лесу отдохнули, просто вот максимум, это прям вышка прям была. Вот если отдых, то только такой. Ни в квартире, нигде, а вот на улице, с друзьями, с близкими, под шашлычок. Вон у меня на лбу сажа откуда-то взялась. Только сейчас заметил, начал видео записывать. Вот. Вот только так отдыхать. Если у вас есть поблизости лесочек, горочка в этом лесочке, то обязательно в следующие выходные собирайтесь и идите туда отдыхать. Это того стоит. Вот. Ну а сейчас еду, значит, я за женой, за своей, в Катав-Ивановск. Ее там обучили наклеивать ресницы на людей. Вот, будет зарабатывать мне денежки. Вот. Как-то вот так все заканчивается на веселой ноте. Собаку с собой взял, он все, он просто, когда я уходил, он даже не провожал, он обычно провожает, в надежде, что его возьмут с собой погулять, а туда же не вышел, лег на диван и лежит, все, без задних лап он сегодня. Высота, вот прям... Всегда надо вот так отдыхать. Почаще, самое главное.
Сегодня, кстати, собрались все, вот кого давно не видели. Вот. Было весело, смешно, классно. Вот. Пацанчики там, конечно, выпивают немножко, но я не стал, потому что завтра-то уже на работу, сегодня воскресенье. Вот. На трезвой ноте, с хорошим настроением заканчиваю свой сегодняшний вечер. Вот. Так что вы были на канале Валдис Лайф. С вами я, Валдис. Как обычно, все, ничего не меняется. Фу. Ну и всем пока. А лоб я потом вымою, вымою. Дома буду вымою, обещаю вам. Ну все, до свидос. As of late, fate's knocking on my door. Been patiently waiting, now it's time to